На каждом острове должен быть свой большой Будда. Про большого Будду острова Саму я рассказывал вот в этом видео. А сегодня же о Биг Будда самого большого тайского острова Пхукета. Будда и впрямь не маленький. Высота статуи 45 метров, а в диаметре 25, покрыта немецким мрамором в количестве 135 тонн. Говорят, что статуя и все, что до сих пор строится вокруг нее, возведено и возводится исключительно на пожертвования местных жителей и туристов. Общая стоимость проекта более 150 миллионов бат. Будда возвышается на вершине горы Накед на высоте около 400 метров. Соответственно, его видно чуть ли не с любой точки острова. А когда вы заедете на эту гору, вам откроются прекрасные виды на тот самый остров. Вокруг Будды уже который год ведется активное строительство. Я был здесь года два назад, и по сравнению с тем, что я видел сегодня, изменилось немного. В том смысле, что строительная техника работает все так же активно. Внутри основания статуи расположен храм, который тоже производит впечатление недостроенного. Смотришь перед собой, видишь различные фигуры, связанные с буддизмом. Смотришь вверх, видишь неприкрытые железобетонные балки. Зрелище немножко, ну, странноватое с непривычки. Тут можно купить различные сувениры или просто пожертвовать деньги на строительство храма. Самые любопытные могут найти сведения, о которых они даже и не подозревали. Ну вот, например, поза Будды для каждого дня недели. Нужно практиковать эту позу в тот день недели, когда ты родился. Отдельное упоминание заслуживает сама дорога на гору. Тут вы встретите кафешки с потрясающими видовыми площадками. Вам предложат сафари на квадроциклах и прогулку на слонах. Маленький слоник стоит при дороге, его можно покормить за 100 бат, за что он вас поцелует хоботом.